вкусная. Ты обрадовалась? Гости дорогие, прошу к столу. Ты понимаешь, что для нас это было? Смотри на это. Ты посмотри, мы там сидим. У нас совсем был завод кишок. Расскажи, расскажи подробности, подробности. Знаете, мы скажем, это плохо. Думаю, сейчас мы тут наедимся, напьемся, она скажет так. Конкурс. Перескажет это последние два. Yes. Залезаешь по лестнице. О, смотри, о. Не показывает. Ты залезаешь по лестнице на этот стол. Ты не можешь держаться за верх. Ты обнимаешь этот стол наверху. Убирают лестницу по команде старт. И ты сидишь на этом столбе. 45 градусов жары. Ты не можешь ни пить, ни в туалет, ничего. И ты вот так обнимаешь стол и сидишь на нем. На пекле просто. За верхушку ты не можешь держаться, как обезьянка, то есть ты сидишь и все. Это мой любимый. Блин, мы едим вилками. Вилкой? Как это удобно? Все пропустила! Коварная женщина! Птаха! Я хитрая, я коварная, ах ты, конечно, вот так. Ну, правильно, правильно ты думаешь. А чего на проект пришла? Ты знаешь, у меня так как-то всегда получалось, что я никогда вообще не приезжала. Ни в чем. На самом деле, участие в «Последнем герое» — это про победить. Это про то, чего всю жизнь не хватало. Для меня это очень важно.